Вашакидзе Денис, сборная МГПУ. Что сегодня не получилось, почему не удалось победить? Ну, хороший соперник, у них слаженная поставленная игра. Проиграли по делу, думаю, но так игрой на сегодняшний день доволен. Сегодня сыграли хорошо. А как вам турнир в целом? Довольны своим выступлением? Ну, 0 очков набрали, конечно, плохой результат. Но у нас состав не полностью приехал. Остались хорошие игроки в Москве. Но мы, когда будем принимать в Москве, надеюсь, наберем достаточно очков и поднимемся в турнирную таблицу. А так в Казани очень хорошо приняли. Хорошая обстановка, хорошее поле, хорошая организация. Мне все понравилось. Спасибо, удачи на следующих турнирах.